Добрый день, дорогие друзья! Я предлагаю вам сегодня сделать куклу-масленица. Вот такая у нас будет куколка. Для этого нам понадобится платок, синтепон, нитки, поясок, ткань на юбку, для головы, наповойник и для фартука. Сначала мы с вами возьмем две палочки. Так, сделаем такой вот крест. И хорошей ниткой приматываем их. И с другой стороны. Вот. Выровняли. Закрепили. Так вот хорошо. Ниточку отрезали. Вот такой крестик у нас получился. Сейчас мы с вами возьмем немного синтепона для головы. Вокруг этой палочки нам нужно обмотать. Вот мы с вами формируем голову. Смотрим, чтобы она у нас была хорошая. Если маловато, еще возьмем. Вот такая у нас получилась голова. Сейчас возьмем лоскут белой ткани. Так вот его сложили. Одеваем на голову. Формируем сразу голову и руки. Опять-таки перематываем ниточкой. Так, все расправляем. Делаем здесь крестик. И закрепляем. Отрезаем. Вот такая голова у нас получилась. Противоположные углы у нас пойдут на ручки. Мы подгибаем немного. Вокруг палочки закрепляем. И тоже ниточкой закрепляем. Так, лишние ниточки отрезаем. И с другой стороны также подогнули, закрепили. Закрепляем петелькой. Ручка готова. Вот посмотрите, что у нас получилось. Сейчас мы с вами должны одеть повойничек. Это у нас небольшой треугольник. Одеваем на голову вот таким образом. Как платочек, только повязываем его сзади. Вот так вот. Платок мы завяжем потом. Сейчас нам надо с вами сделать сарафан, поэтому я беру широкую тесьму вокруг шейки. Вот, имитируем сарафан. Здесь мы тоже закрепляем ниточкой.
Вот такая у нас получается. И сейчас мы делаем юбку. Берем лоскут ткани, собираем его в сборочку. Вот таким образом. И вокруг нашей куклы. Смотрим, чтобы юбочка у нас была ровно со всех сторон. Вот так. И снова приматываем ниточкой. Опять закрепляем узелочком. Смотрите, какая у нас получается уже масленица. Сейчас нам необходимо подвязать ей косынку. Тоже берем треугольник любой ткани. И одеваем. Завязываем сзади. Вот посмотрите, как замечательно у нас получается. Сейчас нам нужно привязать фартук. Фартук привязываем. Просто накладываем фартук и приматываем его пояском. Завязываем. Так. Еще я приготовила тесьму. Это для того, раньше наши предки повязывали на руки тесьму и загадывали желание. Я вам предлагаю сделать то же самое. Сейчас мы с вами возьмем по тесемочке. Завязываем и загадываем желание, чтобы у нас в этом году все сбылось. С одной стороны, с другой стороны. Сколько тесемок привяжем, столько желаний должно сбыться. Бабушки, прабабушки раньше так делали. Вот так. Ну, еще по одной. Посмотрите, какая замечательная масленица у нас получилась. Я думаю, у вас все получится. Желаю удачи!